Я не мастер сочетать конферанс с исполнением песен. Поэтому я сразу скажу буквально два слова о том, как я представляю сегодняшнее выступление. Все мы знаем, мы в курсе репертуара незабвенного Аркадия Дмитриевича. И, наверное, нет смысла превращать это в такой клинический, археологический музей из его песен, где будут звучать только его вещи. Мне представляется, что лучше всего перенестись в эпоху его молодости и представить себе, что мы решили, как тогда выражались, прошвырнуться по эфиру. И вот сидит человек на пляже, может быть, или в кафе, вертит настройку транзистора, и звучат, попадаются вещи из итальянской эстрады, из отечественной эстрады, из Югославов. И вдруг какой-нибудь радиолюбитель, и раздается этот потрясающий, уникальный голос. Это уникальная интонация. Потом снова всплывает какая-то другая вещь. То есть они будут как бы возникать и исчезать, как призраки, полуденные демоны, как миражи в пустыне, которую он украсил такими прекрасными, остроумными, волнующими видениями. Who's got them? The blues don't care who cries, and the nights don't care who's lonely or whose tears are in whose eyes. Someone's heart is broken. The blues are not to blame, for the blues don't care who's got them, so they just edit my name. When someone's heart is broken, to blame, for the blues don't care who's got them, so they just edit my name. Сияют фонари, по асфальту шелест шин. Милая, ты на меня смотри, а не на других мужчин. Мы зайдем с тобою в ресторан, видишь столик у окна, обниму я твой дрожащий стан, как гитарная струна. Музыканты будут медленно
инструменты заводи. Мы пойдем с тобой уверенно, в танце медленно скользит. Сакс уныло тянет родину, ему тихо вторит джаз. Сколько верст фокстротов пройдено, милая уже до нас. Сакс уныло тянет родину, ему тихо вторит джаз. Сколько верст рудик фокстротов пройдено, милая уже до нас.